Всем привет, дорогие коллеги! Очень много вопросов о том, как обрезать видео сразу на YouTube, если вам вдруг какой-то кусочек не понравился или еще что-то. Где-то, может быть, вы кашлянули и так далее, и так далее. Или, может быть, у вас было нудное начало. В общем, давайте посмотрим, да, как все вот это обрезать. Вот сейчас я скачала с официального Инстаграма по Скульпте, да, по новинкам. И мне не понравилось, что вначале они очень долго ждут, пока все подключатся, пока все зайдут. Для прямого эфира это нормально, но для YouTube это уже не актуально. Значит, я захожу на главную страничку, да, на главную страничку, нажимаю контент, вот, и нажимаю редактировать, то есть нажимаю вот этот карандашик. Далее нажимаю редактор. И вот, допустим, в самом начале нужно что-либо вырезать, да? Ну, обычно это бывает примерно минута. Значит, я нажимаю смотреть. Немножечко обрисует вообще, что это за линейка такая. Вот все нас слышат. И тогда еще раз здравствуйте, дорогие лидеры и консультанты. У нас сегодня... Вот, я думаю, со слов здравствуйте и нужно начинать. Мы очень ждем вашей реакции. Самое целью, чтобы донести все, что только можно. Да, то есть, ну, вот плюсики такие. Полетели, ладошки полетели, все нас слышат. И тогда еще раз здравствуйте, дорогие лидеры и консультанты. У нас сегодня эфир, посвященный премьере скульптуры. Вот тут вот есть кнопочка «Разделить». Новая линейка спортивного питания. Вот тогда еще раз здравствуйте, дорогие лидеры и консультанты. У нас сегодня эфир, посвященный премьере скульптуры. Да, то есть вот мы нажали разделить, и вот нам вот это надо вырезать, получается. Угу. Ну, и вот сейчас мне Катюшка показывает, как это вырезать. Ты это тоже будешь вырезать? Как мы это делаем? Ну, как вот это выделить? Нужно нажать и потянуть правой кнопкой мыши. Ты зажимаешь и тянешь. У тебя должно быть выделено. Вот у тебя стоит, ты ее должна, по-моему, тянуть. И почему? Погоди, отмени, пожалуйста, вот это. Угу. Теперь нажимаешь обрезать. Разделить. Тыкаешь еще раз, где тебе вот нужно закончить. Именно. Вот, вот этот кусочек мне маленький. И все? Да. Наведи на него. Нет, наведи. Ну, ну можно и так. И теперь просмотр. Просмотреть. Да, и теперь сохраняешь. Да, то есть и вот без этого кусочка у нас сохраняется. Да. Сохранить. Я хочу вам, дорогие коллеги, сказать, что будьте осторожны, если вы не нажмете просмотр, так как студия у YouTube обновилась. Если вы нажмете вас сохранить, будет недействительно без кнопки просмотра внизу. То есть вы должны отметить, что вот вы вырезаете, потом обязательно просмотреть, а потом только сохранить. У вас угу. будет доступно. Угу. То есть я нажимаю «Сохранить». Да, то есть и сейчас пишется «Видео обрабатывается, повторите попытку позже». Вот, и когда это видео обрабатывается, пока оно не дообработалось, иногда это бывает час, иногда это бывает 10 минут, смотря какое видео и смотря какая сложность монтажа у вас была, да. И получается то, что вы должны подождать, да, и после этого уже обновляйте, и этот кусочек уже вырежется и будет не 51-51, а вот на ровно настолько меньше, насколько нужно. Вот, то есть таким вот образом. Ну все, всем пока-пока.